Ученики Ишуйской школы Красноперекупского района Крыма присоединились к акции «Сад памяти» и высадили деревья в памяти Героя России, уроженца Республики Коми Олеги Александровича Шипицыни. Всероссийская акция «Сад памяти» – это движение, которое объединяет сотни тысяч небезразличных людей вокруг увековечивания памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе за нашу свободу. Добавим, ранее имя Олега Шипицына было присвоено отряду юнармейцев Ишуйской школы. Вам выпала огромная честь получить имя Героя России Шипицына Олега Александровича. Он положил свою жизнь, оставшись преданным своему воинскому долгу. С 24 февраля 2022 года Олег Шипицын в составе своего подразделения принимал участие в освобождении Мариуполя. 18 марта он оказался в окружении украинских войск. Шансов выйти к своим у него не было. И тогда старший матрос, подпустив врагов ближе, взорвал себя гранатой. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России Шипицыну Олегу Александровичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Я уверен, что светлый образ Олега Шипицына для вас будет нравственным ориентиром в вашей жизни. Ранее именем Героя России Олега Шипицына назвали противодиверсионный катер Новороссийской военно-морской базы. Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, в которой служил Олег Шипицын, взяли шефство над отрядом юнармейцев. В завершении присутствующие почтили память воинов, погибших в ходе специальной военной операции.